«Мир во всем мире». Красочные календари с такой надписью студенты учебных заведений города дарили каждому, кто проходил в этот день мимо центрального универмага. Эту акцию под названием «Много голосов, один мир» ее организаторы, а это сотрудники психолого-педагогического центра, посвятили теме толерантности. Как рассказывают сами психологи, в современном мире люди все меньше уделяют внимания своим близким. Толерантность – это ведь не только межнациональные отношения, да, это не только отношения между богатыми и бедными, это еще и отношения между взрослыми и детьми, а между начальниками и подчиненными. И мы хотели немножечко подарить радость людям, которые будут вот здесь вокруг нас проходить, подарить календарики. Незадолго до этой акции юноши и девушки принимали участие в конкурсе плакатов на эту же тему «Много голосов, один мир». И в календарях, которые молодые люди с улыбкой раздавали прохожим, изображены лучшие работы студентов. Победители этого конкурса плакатов организаторы наградили грамотами и подарками. Дипломы получили и самые активные участники конкурса. Среди них есть представители практически всех учебных заведений.